t'inquiète. Вырится. Вот, вышли на прогулку. От Дементия. Дети собирают цветы мамам. А где вы это взяли? Это ж Кирина игрушка. Отдай Кире, и все. Кир, вытащи из рота палец. Смотри. Нет, Кира. Смотри. Да. Давай. Клади, клади, Маркусик, клади. Ты такое сорвал, клади. Это нам не нужно. Тихо, смотри. Да, а вот этот лава большой. Макс, Кир. Вот Марк хочет такую траву, не мешай ему. Потому что Марк для своей мамы сорвал, ты для своей сорви, чего хочешь. Мам, ты говоришь, что она нам понравилась? Да. Да. Я че? Скажи. Собаки там, собаки, лают собаки, правильно, да. Нам больше эта лава не нужна. Все, пойдемте, пойдемте, дети, пойдемте дальше. Там еще будут цветочки. Пойдемте, сейчас вы найдете еще что-нибудь. Пойдемте. Клади, Кира, клади, клади, клади. Нет, хороший. Нет, Макс, нет. Не мешай, пожалуйста. Это Кира нашла, она хочет положить. Не мешай. Что вы меня не слушаете? А ну... Макс, прекрати. Вы не командуете, мы сами разберемся. Вот сами, вот Кира хочет такую траву. Макс, сейчас тебя не возьмем. Так я думаю, тебя, папа, тоже не возьмем. Я возьму. О, давай. Чувствую, мы так далеко уйдем. Боже, становится. Собака там, собака лает, правильно, Левушка? Собака лает, да. Собака лает. А, я тебе подпалил. Собака лает, да. Давайте посмотрим, это нам смотрите. Голубенький. И там воды много. Здесь еще остров. Вот голубенький. Хорошо, что мы не залезли. Собака, да, собака. Да, это там собака, да. Да, вот там собака лает. Цветочки ты тоже, Лёшка, срывай цветочек для мамы, срывай. Срывай. Срывай, Лёшка, срывай цветочек. Да, срывай, срывай. О, какой, да. А я вот так себе вставил. Ну, клади, иди клади, камешек клади. Смотри, ребята.
Он не берет, он кладет. Ну вот так вот никак отойти не можем. Огонь. Зачем? Потому что он. Зачем? Смотри, как он горит красиво. Иди посмотри. Ну, самом конце. Видишь, как у нас горит? Марк, а ты что делаешь? Я хочу снять. Зачем? Так огонь-то в другую сторону его надо толкать. Чего ты в ту сторону толкаешь? Огонь-то там. Это тебе надо позвать на помощь Макса. Макс! Стоять! 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 Макс! Покажи. Вот. О, кто ее нашел? Я. Ой, это хорошо, что ты ее нашла, да? А то могли бы испачкаться. Она теперь мы будем знать, где кора. Она уже испачкалась. Да. Кора очень плохо отмывается. Как? Ну, она не отмывается, она прилипает. Не кора, а смола. Я уже заговариваюсь. Смола. Со всех деревьев? Нет, с пальца. На пальце была слабо. Ой, надо мне пальчик помыть. Так а зачем ты в ту сторону тащишь, если костер в другой стороне? Да нет, я хочу потом вот так притащить. Понятно? Да. Хоть маршмеллоу-то есть? Маршмеллоу есть? Нет. Марк, что ты там делаешь? Сюда идите все. Все, кто есть на свете. Пойдите. Смотрите, сколько тут смотрит. Смотри, не испачкайте мне. Не надо разорять, не надо. Пусть там муравьишки живут. Не надо разорять. Костёл горят. И больше им от дождя не спится. А ну-ка, уйдите! Папа, иди посмотри муравейник. Что такое?
Нет, мне! Мне! Это Макс, я! Макс, да, ребята, сейчас кто-то зацепится за этот крючок. Знаете, что будет? Что, протяните руку? Я вот оставьте его лежать, где лежит. Ребят, не Макс. Зачем? Это какой-то рыбак себе оставил здесь. А вы его выбросили. Большой крючок. Да он и есть большой, большой. Обычного рыболовного крючка. Никакие вам пока не надо держать. Сейчас мы его будем тушить. Ребята, тушить! Может, здесь еще поищем? А куда ты хочешь, Марк? Я хочу еще побыть. Где? Ладно, давайте тушить. Нет, тушить! Ей! Так тебе и надо! Так тебе и надо! Мамы нас ждут. И мы должны отставаться от пожара. Да? Да, Макс? Отставаться от пожара. Мак, не наступай ботинками туда. Угли раскаленные, ноги могут прогореть. Так, камушки. Ставь внимание на наш компас. Пошлите, ребята. Там еще чуть-чуть маленький. Немедленно! Она разгоняется! Немедленно песком!